Ну подожди, давай, у нас не говори ничего, у нас дубль запорчен. Можешь помолчать? Давай, смешай. Короче, девчуля, тема такая. Сегодня я расскажу вам, как грамотно, с удовольствием, четко худеть. На своем, позже. Короче, худеть можно только на сытый желудок. Иначе организм впадает в панику. Понимаете, в панику. И он сразу начинает набирать, понимаете? Вы сразу берете и начинаете жрать. Поэтому прежде чем худеть, нужно как следует, понимаете? Вот прям нажраться, прям так, чтобы кулаки прям полные жрубостью. Все. И потом начинаете худеть. Аккуратненько, нежно прям берете это все. Ну, знаешь, когда идете там, ну не все. Отодвигаете. И вот теперь можно начать худеть. И чтобы это произошло без стресса, потому что когда стресс вы опять начнете, да, вот это вот все, тут нужно срочно выпить. Потому что алкоголь это великий адаптогин. Спасибо. Ну вот. Поэтому запомните, шаг первый. Нажраться. Шаг второй. Набраться. И дальше. Девки. Худеем. Симонетка не соврет. Плохого не посоветует. Ваше здоровье.